городе. И да, мы тоже на той стороне современный Дубай. На этой стороне старый город, откуда начинался, собственно, Дубай. Вот это лодки, типа это вроде такси, которые вот по этому заливу тебя за один дирхам могут перевезти, ну, в эту сторону. Закат мы немного пропустили, ничего страшного. Сейчас пойдем в ту сторону, посмотрим, что там. И когда ветер задувал, да, эти ткани в обратную сторону, и внутрь, да, мы рухали, да, попадал воздух. Внизу стояли стулья охлажденные с холодной водой, и попадали вовнутрь, вот это воздух холодный. Визация. Это был вот начало нации. А, это светильники, вот, смотри. Да? Давай сюда вот, вот смотри. Ну ладно, там что там. Там вон, какие узкие улочки. Это же мы по центральной улице идем. Так, пойдем туда зайдем. Смотрим, что там. Можно же туда ходить? Место для курения. Ну, из каждого угла кричат к нам, сюда заходи, ноу бизнес. Все бесплатно. В итоге такие ценники заламывают. А? В баночке в этой сколько? 5, наверное, миллилитров. Базарчик старых вещей. Вот это, смотри, как 3D, да? Сделано. Интересно. Разные старые вещи. Даже какой-то щит. Вот эта ваза красивая какая. С драконом. А что, как спросить, сколько картина-то стоит? А? Можно же? Ну просто спросить. По-моему, в какой-то лампе здесь Аладдин сидит. Ну, смотри, какой кальян здоровый. Смотрите, какие старые вещи, прикольные, разные. Саша, в эту, идем туда зайдем. Зачем? Посмотрим, что там. Украшения же тут всякие. Я что, тут рюкзаком сломали? Не ломай. Разные старые украшения. Камни, перстни, бусы.
интересно, да? Вот эти. Это лук. Это серебро. Это 7-7. А вот что? Это. 7-7. Золото. Я. Лук. Лук. Это можно. Это можно серебро. На хочешь? Нет, но. Это красиво. Да. Короче, вот мы прошли этот старый город. Базар. Скажу вам, ценники большие. Все дорого, но они очень хорошо торгуются, только если бы знать еще английский, чтобы с ними торговаться, потому что в основном они все по-английски говорят, по-русски, на ломаном русском чуть-чуть, но цены большие. Нам флакончик 5 миллиграмм духов пытались за 5000 продать, потом за 35, нет, за 50, за 35. Дальше мы уже ушли. Максимально приставучие. Вот такие вот платья висят за 10 дирхам. Наташа не захотела их брать. Да? Такой полностью 100% полиэстер. То есть они натуральные, как это, не дышащие. Оденешь. Пойдем в обратную сторону. Туда. Вот индийская кухня, называют. Приглашают одеть шапку и за стол.